Итак, всем привет, меня зовут Мирон Фокин. Сегодня мы установим пакет обновлений операционной системы Windows 2000 SP5. Так что давай зайдем в New Computer. Так, давай посмотрим свойства. Windows 2000 5.0.0.21.95, Service Pack 4. Так, стоп, сегодня мы сейчас установим обновление. Так, нажимаем кнопку About Windows. About Windows. Так, Service Pack 4. Так, нажимаем OK. Так, стоп. Сегодня мы установим. О, вот оно. Подождать, пока он извлечается, файл. Так, сегодня это очень старая операционная система Windows 2000 Professional. Очень сильно устарела, так что мне очень устраивает Windows XP. Так, я установил после установки Windows 2000 SP4. О, видите, написано Welcome to the on SPSL SP5.0.5.1 for Microsoft Windows 2000 Setup Visa. Нажимаем Next. Итак, принимаем условия лицензионного соглашения и нажимаем Next. Так, давай вот это оставим, галочку оставим и нажимаем кнопку Next. Так, стоп, теперь сейчас подождем, пока он обновляется, устанавливается. Сейчас ждем, пока он будет копировать файл. Так, я поставил Taiwan, я поставил Екатеринбург. Вот я поставил Екатеринбург. Так что писать матом — это очень стыдно и неприятно, писать матом и говорить матом тоже. Это очень стыдно писать и говорить матом. Это оскорбляет людей. Так что поэтому так что нельзя материться на Ютубе. Вот видите, сейчас ждем, пока он ускорит. А вы, если вы смотрите телевизор, да, всякие, вы смотрите всякие телеканалы, российские и украинские телеканалы, всякие. Так что, пожалуйста, пишите комментарии об этом, там, про украинское и российское ТВ, и какие российские телеканалы смотрите. Вот, а сейчас уже Windows 2000 уже не выпускает обновление, сейчас выпускает Windows, там только, уже выпускает только Windows 7 и Windows Vista и Windows 8. Вот видите, сейчас оно распакуется, оно извлечается в файл. Так вот, пишите комментарии об этом, обо всем. Так вот, если вы задаете вопрос, то если пишите комментарии, а я сейчас говорю нормально по-русски. Вот, это старая операционная система, Windows 2000. Это очень устарело. Так, сегодня я установил
на виртуальный компьютер Microsoft Virtual PC 2007. Вот, так что если... Вот, а пить алкоголь нельзя, потому что вредно становятся пьяными. Пьяными. Так что поэтому... Так что сейчас ждем, пока он скопируется в файл. Вот видите, написано Updated OR System. Так, нажимай кнопку Cancel не надо, потому что нажать кнопку Cancel не будем. Если он просто не будет Windows 2000 SPR обновление. Сейчас оно сейчас распакуется. Так, а теперь ждем копирование файлов. Так, это старая операция раньше выпускалась и в Windows 2000 году с кодовой имени NT50. Я никогда не родился в 1985 году. Я никогда не родился в Советском Союзе. Потому что я родился в 1998 году в городе Днепропетровске. Я родился в Днепропетровске в 1998 году. И раньше я жил, раньше у меня остался без компьютера. Раньше я остался без компьютера в 1998 и 1999, 2000. И 2001, и 2002, и 2003, и 2004, и 2005, и 2006, и 2007, и 2008, и 2009. Так что поэтому раньше я никогда не пользовался Windows 95, и Windows RT 4.0, и Windows 98, и Windows 2000, и Windows ME, Windows Millennium Edition, и Windows XP, и Windows Vista. Вот, поэтому я в 2010 году я пользовался Windows Vista. Вот мы сейчас ждем, пока он копирует. Вот видите, сейчас уже ускорят установка обновления пакета обновлений Windows 2000, SP5, Service Pack 5. Так, это устаревшая версия, но наиболее устарела. Сейчас видите, уже она ускорит. Устанавливается файл. Как видишь, написано Drive Tab. Так, сейчас оно установится. Все, видите, уже ускоряется. Сейчас уже скоро ускоряется, уже ускоряется. Так, все, сегодня мы уже прошло установка, так, давай не будем вставлять галочку Donut Restart Now. Нажимаем кнопку Finish для перезагрузки. Так, подождать, пока он перезагружается. Так, это старая
версия, очень интересная версия Windows 2000 FP5. Так, все, пошло. О, сейчас ждем, пока он перезагружается. Так, сейчас ждем, пока он... Подождать, пока он загрузится. Так, видите, появляется Start with Windows. Вот видите, появляется Microsoft Windows 2000 Professional Build on NT Technology. Так что сегодня мы уже занимались установкой пакета, установка обновления Windows 2000 FP5, SafePack 5, пакет обновлений 5. О, видите, сейчас появляется. Так, введем пароль. Вот видите, сейчас оно запустится. Так, все. Установка пакета, установка обновления Windows 2000 FP5 успешно завершена. Так, давай вытащим диск. Зайдем в мир компьютер. Вон, все, Windows 2000 FP4. Так. Ну все, так, стоп. Ну что, все, сегодня мы уже установили Windows 2000 FP5. Так, стоп. Так, стоп. А теперь мы обязательно снимем обзор Windows 2000 FP5. Так что ждите новое видео. Так что, увидимся в следующем. Так что, теперь я даю ссылку в описании. Так что, ну что, все. Увидимся в следующем. Увидимся в следующее видео. Благодарим за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки.